да ну нахуй, блядь! Поднимай, скатывайся вниз и еще разок. Работай, терпи, терпи. Давай, бомба. Это просто бомба. Смотрите, это веселее гораздо, чем на пилотах. Давай, 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 дракон. Обалденная. Я рад, что меня позвали на эту телепередачу. Это прекрасно. Просто прекрасно. Да, я очень хочу, чтобы как минимум два раза в год мы собирали и Сибирь, и, может быть, Дальний Восток и Запад. Пускай все приезжают в Красноярск, потому что, блин, классная гонка, вкусные шашлыки. Вечером будет прекрасная баня. Welcome to Красноярск. Леха, ну как тебе гонка? Гонка вообще хард. Где было тяжело? Хард. Могульный подъем? Могул, страдания, стадион вообще... Даже слова такого плохого нету, что было на стадионе. Андрюха, как тебе гонка? Дуроков. Где был? Экономьте на резине. Тяжелый где был участок? В лесу, который подъем. Могульный подъем? Да. А спецучасток? Нормально. Мотик на руках перетащил? Я тебе помогал еще два перетащил. Красавчик, спасибо. Ты на какой резине ехал? Пирелли, Скорпион, лысый. Митас C18 вообще держал отлично, вообще нигде не стоял, все подъемы. Новый, отличная реклама! Ты понял, да? Если что, я знаю, где купить, да? Тигр, что, ты своих поклонников порадовал сегодня? Не знаю, если ты меня не выиграл, то порадовал. Ты не узнавал там ничего? Нет, еще ничего не говорили. Уехал на все деньги. На что деньги потратишь выигранные? Не могу на камеру сказать, все и так. На сегодня хватило. А что там много? И так будет? Я не знаю. Девкам скажу. Еще на такси надо рублей 500. Димон, мастер спорта. Вот это посмотри. Как тебе гонка? Я видел, там валялись на спецучастке. Вот так вот и давайся. Защелки. Не, организаторам респект, очень круто. Не буду материться, но устал. Вы устал. Очень сильно. Ну круто, спасибо. Красавчик. Молодец.
Ну что, Новосибирск, огонь. Как дела? Огонь. Новосибирск в восторге. На самом деле, у нас очень, правда, очень правда, еще классная один, гонка. Еще один боец не финишировал у нас. Еще не финишировал? Надо едет. Да. Ну, сошел? Не, он еще там. Штурмует лоб вот здесь. Что самое сложное где было? Самое сложное заводить мотик. Реально. Но в плане трассы. Я его перебрал перед выездом. ЦРФ 250М у меня, то есть только гик, только хардкор. Вот. И уже после второй половины гонки я понял, что как его заводить-то в итоге. Сложное было что? Сложное и непонятно была длинная горка. Но она такая кайфовая. Я когда понял, как в нее заезжать, на второй взвон пролетаешь там метров по 5 на этих качкарях. Я так кайфанул вообще. Ну и еще потому, что я заехал. Ну, по сложности трасса по пятибалльной шкале на сколько? Это самое сложное, где я ездил, но это мой первый мотик, индурячий, так сказать, кроссовый. Поэтому самое сложное, да. Майский пол попроще, но там тупо болото. А Кемерово, кусок. Пионерская Зорька? Пионерская Зорька намного проще. Проще было, да? Да, я был на ней, она проще в том плане... Я тоже был. В том плане, что, ну, вот таких гор нету здоровых. Ну, негде. Ну, там 2D, там 2D опыт у всех. Да, да. А здесь 3D опыт, этим-то и прикольно, что мы сюда поехали. Горы. Рельеф, да, такой классный. Что, рельеф такой, да. Организация на высоте, все понравилось. Очень красавчик. Первый прям. Еще один финиш. 2-2.